А сейчас будет смертельный номер. И теперь из первых уст спросим, как себя ощущает водитель. Офигенно! Вы такой эксайтинг, что вы хотите сказать? А, как это было? Я не волшебник, а всего лишь только учусь. Садись в машину, Эллен, let's get out of here поскорее! Кому вы хотите передать привет? Я тоже хочу здесь фотографироваться. Своему брату Сызрань. Ладно, тогда я запаркуюсь в том месте. Давай я сниму, как ты паркуешься. Давай. Вадик, помаши рукой маме!